Ну вот, наконец, мы догуляли до проспекта Путина. По некоторым источникам, это был проспект Победы. Он был разрушен полностью во время Чеченской войны и восстановлен был первым. И ему было присвоено имя нашего президента российского Владимира Владимировича Путина. Вообще, конечно, по всему городу очень много портретов Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова. Путина, конечно, поменьше. И вот напротив Ахмат Сила, дворец спорта и молодежи. Портрет Путина под портрет Ахмата Кадырова. Не знаю, будет видно или нет, попробую увеличить. Вот Ахмат Сила, слева Путин, справа Ахмат Кадыров. Так, мне надо группу догонять, я очень сильно отстала. Гуляем по проспекту, я так поняла, до сувенирной лавки. Потом еще в одну вещь пойдем.